вечер, дамы и господа. Сейчас мы вас развлечем. У меня один вопрос. Где тут Харви Дент? Знаешь, где Харви? Знаешь его? Руки вверх, красавчик! Ты знаешь, где найти Харви, а? Мне нужно с ним поговорить, совсем чуть-чуть, а? Не знает. Что там происходит? Уэйн! Слава богу, у вас есть убежище. Уэйн, стой! Он издевается над нами. Знаешь, меня и близкие его устроят. Нас не запугать вашими угрозами. Слушай, ты мне напоминаешь моего отца. Я ненавидел отца. Отпусти его. Здравствуй, красавица. Ты, наверное, тёлка Харви. Ты и впрямь красивая. А чё ты нервничаешь? Из-за шрамов? Сказать, откуда они? Иди сюда. Смотри на меня. У меня была жена. Красивая, как ты. Она говорила мне, что я слишком грустный, что мне нужно больше улыбаться. Она была игроком и крупно задолжала этим акулам. Однажды они ей порезали лицо. У нас не было денег на операцию. Ее это убивало. Я лишь хотел, чтобы она снова улыбнулась. Я хотел, чтобы она знала, что мне плевать на шрамы. Поэтому я вставил лезвие себе в рот. И сделал это сам собой. И знаешь что? Она не могла видеть меня. Она ушла. Теперь я вижу всю иронию. Теперь я всегда улыбаюсь. Ты любишь подраться. Мне это нравится. Тогда наслаждайся. Брось оружие. Ух, с удовольствием, как только ты снимешь свою маску и покажешь нам, кто ты такой. Отпусти ее. Извини, ты сам попросил. Давай больше так не делать.